Натуральная молочная продукция теперь еще доступнее. Первый фирменный магазин Борисовского кооператива открылся в районе Доброполья на улице Евгения Боровских, 16. Наша продукция занимала неоднократно призовые места на ярмарках продуктов питания Приморского края. Мы очень рады, что сегодня мы наконец-таки открываем наш первый фирменный магазин, где клиенты могут приобрести самую свежую молочную продукцию, не только. Перерезать красную ленточку доверили министру сельского хозяйства Приморского края. Андрей Бронс посетил магазин Борисовского молокозавода и пообщался с покупателями. Наверное, это лицо будет молока, молочной продукции, именно произведенной в Уссурийском городском округе. Ну, магазин от производителя. Что могу сказать? Самое свежее, качественное и вкусное. Творог, сметану, молоко, кефир, питьевые йогурты и масло можно приобрести в фирменном магазине по доступным ценам. Здесь же, кроме привычной продукции, Борисовский предлагает свежее мясо и хлебобулочные изделия. Все эту продукцию знают, и наша задача – продукцию наших фермеров довести до покупателей. Продукция действительно качественная, люди должны иметь возможность эту продукцию очень свободно приобрести. Открытие фирменного магазина привлекло местных жителей. После дегустации уссурийцы смогли в числе первых приобрести качественную и экологичную продукцию Борисовского кооператива. Что обычно приобретаете? Ну, в основном йогурты, молоко, ну, творог, сыр, ну, как бы, да, молочные продукты и масло. Все. Почему нравится вам продукция? Во-первых, натурально. Вообще я с продукцией знакомый, очень хорошая продукция, вкусная, очень нравится. И вот сегодня как раз вот мимо проезжал, открытие магазина, ну, заеду, куплю, порадую сегодня себе. Товары Борисовского молокозавода производятся на собственной ферме, где содержится племенной скот. Поэтому ассортимент на улице Евгения Боровских, 16, всегда полный и свежий. Полина Мельниченко, Роман Адонин, Телемикс.